Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Заваривайте себе кофеёк. Не знаю, когда выйдет этот влог, но у меня еще утро. Хотя не ранее, 11 часов. Я кое-что монтировала, отправила детей в школу. Примарафетилась, потому что я сегодня не выспалась и думаю, я не буду вас шугать. Я лучше чуть-чуть подкрашусь. Вчера вечером были на балете с девочками, с Настей и с Соней. Это было выступление балета из Харькова. Это было невероятно красиво. И я знала, что у них гастроли. Я видела, что есть афиши в разных городах Польши. Если успеете, то купите. Это божественно красиво. И даже одна девочка писала, что они выступали в Австралии и из других стран писали. Так что у них такое международное, мировое турне. Они, знаете, как такие снежинки порхали, и кажется, что это такие легкие движения, очень-очень плавные, и это столько труда на самом деле. Мне кажется, даже чтобы стоять так ровно, как балерины, это вообще нереально, это год тренировок, чтобы хотя бы научиться стоять так, как они. Все настолько, вот знаете, гармонично, все движения пластичны, ну, настоящее искусство. И я видела, что зал принимал их так тепло, им так долго аплодировали, их прямо не хотели отпускать со сцены. Мне понравились и костюмы, и хореография, и, конечно же, как танцевали сами артисты. И я не помню, когда я была на балете, наверное, я вообще была один раз в жизни. Сейчас мама придет сверху, спрошу у нее, ну, то ли на какой-то опере мы были, мне не понравилось. Но, знаете, какие-то детские воспоминания есть. И в детстве мама с тетей часто покупали нам билеты в театр. И если вам интересно, какой мой любимый спектакль, это «Кайдашева семья», который вообще всегда собирал аншлаги в театре Ивана Франка в Киеве. Ты половину спектакля смеешься, а половину плачешь. И так было всегда. И билеты достать было, ну, буквально нереально. Не знаю, можно это говорить или нет. Но у мамы или у тети, у кого-то из них, так как я была маленькая, я не занималась этими вопросами. Потом уже в подростковом возрасте мама покупала. У них была знакомая, которая работала в театральных кассах, и она всегда давала знать, когда можно купить билеты. И там буквально, наверное, несколько часов, может, дней, и все было распродано. А, еще хочу с вами поделиться. Когда мы раньше ходили в Украине в театр на разные там представления, все как-то так элегантно одевались, ну, это было целое торжество, да. А тут мы с Томиком были в театре Словацкого, очень красивое в Кракове, и в театре Богатели, и с детьми мы были на представлениях. К сожалению, не так часто, вообще очень сложно купить билеты. Ну, то есть времена меняются, а вот эта тенденция все равно остается. И это радует, потому что есть очень много ценителей искусства, и люди ходят не только в кино. Но хотелось бы, чтобы таких спектаклей было больше. Так вот, в театр в Польше, еще в Словацкого, который такой, знаете, супер аристократичный такой, само здание завораживает, очень красивое, туда еще как-то более-менее элегантно одеваются, а вот мы были в театре Богатели, то все пришли в джинсах, и я была самой нарядной,
И мне кажется, что я вообще выделялась среди толпы. И мне почему-то хотелось бы сохранить вот эту, знаете, традицию, когда в театр все-таки одеваются более, пусть не нарядно, но хотя бы элегантно, а не в кроссовках и в джинсах. Как думаете вы? Ну, не знаю, может, это у меня с детства какие-то такие ассоциации. Может, я так привыкла, меня так воспитали, и все равно в чем ходить в театр и на балет. А тут, значит, балет был в большом зале, это конгресс-зал, там часто проходят разные выставки. Я не знала, что там есть такая огромная сцена. Я припарковалась где-то, наверное, в 5 минутах от вот этого зала. Иду и вижу, что очень много нарядных людей идут, ну не прям в вечерних платьях, хотя тоже такие были, но видно было, что кто-то с вечерней сумочкой, почти все накрашены там с прическами, и идет просто толпа красивых людей, очень много иностранцев, очень много поляков, и это так красиво, мы все как-то переключились на удобную одежду. Я сама сейчас сижу в спортивном худи. Ну, реально, это удобно. Но это даже какой-то повод, знаете, выйти в свет и надеть что-то нарядное. Не знаю, мне кажется, что это очень красиво. И как-то так даже уважение к артистам, что ли, к тому месту, куда ты отправляешься. Мне захотелось с вами этим поделиться. А еще мы были на... представление, это кабарет, называется «Варьете», и театр тоже «Варьете». Я пыталась достать билеты год тому назад, но обычно, когда я просыпаюсь, уже ничего нет, поэтому у нас Настя всегда выискивает классные билеты. Настя не смогла пойти, она как раз улетела, а я была с Анетках, с Анет, боже, видите, надо срочно пить кофе, иначе у меня вообще слова не вяжутся. Я была со своей Анеткой в итоге. Очень прикольно, они и пели, и танцевали, и наряды у них такие секси. Мы были на мюзикле «Чикаго», очень классно, я настоятельно вам рекомендую. Если вы живете в Кракове или недалеко от него, то обязательно сходите. Только билеты нужно постараться достать, то есть нужно прям выжидать, когда они появляются в продаже, и сразу оплачивать. Если не сможете пойти, вы без проблем их продадите где-то на каком-то Allegro или OLX. И в театр, боже, не Чикаго, кофе, бля, кофе. И в театре Варьете, там тоже как-то так более элегантно были одеты люди. А сейчас, девочки, переходим, и мальчики, что-то у меня какая-то такая неосознанная дискриминация порой, простите, это не специально, возвращаемся к делам насущным, я хотела бы показать вам несколько покупок и для дома, и на весну, и для детей, в общем, у меня собралось очень много посылок, к сожалению, часть того, что я приобретала, поедет обратно, потому что что-то мне не нравится, что-то не подошло, что-то визуальное уже по качеству уже что нет, и начнем с покупок для дома. Во-первых, сегодня ко мне приехала очень прикольная форма, я хочу с вами сделать классный пирог. Вот так она выглядит. Что за бренд, не знаю. Просто выбрала самую выгодную цену и заказала все это на Allegro. Между прочим, если вы живете в Украине, вы тоже можете заказывать с Allegro. Это мне сказала моя двоюродная сестра. Она как-то направляет посылки в самый близкий пункт границы, на какой-то типа склад новой почты, и потом пересылает это все в Украину. Там часто очень много... разных товаров по разным ценам. Но я сама там оплачиваю вообще бесплатную доставку всего и доставляю буквально за 2 дня. Вы видите, как часто я что-то показываю. В общем, взяла себе вот такую форму. Это силиконовая форма со стеклянным дном. Она еще грязная, я ее не помыла, только-только распечатала. И чем она интересна? Наверняка много где такие продаются, но просто мне удобнее было приобрести там. Она... удобно для всяких тортиков, для пирогов, для чего угодно на самом деле. У нее снимаются бортики. Видите? У меня просто не было квадратной. У меня есть такая железная тефаль. Причем она тефлоновая, и к ней ничего не прилипает. Две формы у меня очень классные. И с вот этой можно все снять и подать потом на стекле. Ее можно использовать и в духовке, и в морозилке. То
То есть до минус 40 градусов и 230 выдерживает в духовке. Чем хороши такие формы, это то, что ты можешь снять из своей выпечки, или что вы там будете в этом делать, бортики, и получается, вам будет удобнее это все нарезать и подать, а не доставать это как-то. Ну, у меня такого не было, и я подумала, что мне тоже надо. Мы недавно вернулись из Испании, помните, я показывала вам, что мы были в магазине с керамикой, это еще и по совместительству мастерская, и я уже вчера отдала подарок Насте, там было такое блюдечко с узором, вот как у меня. Я как-то быстро определилась, что я хочу, потому что сразу запало мне в сердце. Очень красивая ложка, это как подставка, да, для половника, наверное, нет, хотя при желании, почему бы, как бы и да. Для всяких мешалок, для чего угодно, вообще она просто красиво выглядит на кухонном столе. Видите, то есть это не просто рисунок, он такой выпуклый. Вот, давайте поближе вам покажу. И каждая такая ложечка была уникальная, то есть все они разные. Так глянешь, типа одинаковые, но на самом деле все они отличаются. То есть это не один узор, который постоянно где-то повторяется. И еще взяла бутылку для оливкового масла. И знаете, меня удивило то, что цены были очень даже доступными. Вот эта бутылка ручной работы в мастерской, в магазине, стоит дешевле, чем бутылка в той же Zara Home. Ну, знаете ли, мне более приятно будет иметь какой-то сувенир дома, которым я буду пользоваться, который будет мне полезен, еще и сделан не просто где-то на фабрике, в массовой продукции, а это handmade. Я считаю, что handmade всегда должен быть дороже, особенно если это какой-то уникальный узор или какое-то уникальное изделие. Сказав все это, хочу показать вам несколько покупок из H&M Home. Ну, то есть, видите, я покупаю все в разных магазинах, и если встречается что-то, то я тоже привожу себе такие подарочки. Насмотрелась я на разные фотографии с такими оригинальными вазами асимметричными. Думаю, возьму себе, причем они были разных размеров. Вот такая она. Ой, чуть не уронила. Стоп, ты поедешь обратно. Она шершавая такая. И она приехала, а Тома как раз купил тюльпаны. Что-то она совсем сюда не вписывается к нам. И цветы в этом выглядят странно. В общем, мне не нравится. Где-то в интерьере у кого-то я сижу и думаю, вау, это так красиво. Мне бы тоже хотелось. Потом по факту как-то... Если душа не лежит, то ну зачем, да? Это все складировать просто для пару фоток? Нет. Так что вот эта ваза поедет обратно. Я бы сказала, что она не маленькая, а средняя по размеру. Докупила несколько тарелок. Мы мастера что-то разбить. Не знаю, все горит в руках. Кто-то говорит, что эти тарелки ассоциируются у него с коммунизмом. У меня таких ассоциаций нет. Мне кажется, наоборот, что она выглядит как из Италии, из какого-то ресторана. Есть еще и такие же, не с коричневым вот этим бортиком, а с черным. Можно собрать целый комплект. Я не покупала тарелки для супа, а взяла большие и маленькие. Для супа у меня до сих пор есть, и там еще и чашечки для кофе, молочник, блюдца разные. У меня есть большие и поменьше. Они очень удобные, они не маленькие. Вторые тоже классные. И они не нагреваются в микроволновке, так как тарелки из Икеи. Мы разбили две, я докупила четыре на всякий случай. Я не люблю, когда все тарелки в разнобой. А если это какая-то коллекция, возможно, это будет в постоянной продаже. И очень на это надеюсь, что я смогу докупать, когда мы будем периодически все это разбивать. Я уже знаю, что это наше семейное. Мы как эти итальянцы. Это подставка. Боже, она такая тяжелая.
Мраморная подставка, ее можно использовать в кухне, наверное, не особо, потому что камень всегда впитывает все жирное, все цвета, это очень-очень сложно выводить, поэтому будьте осторожны. Скорее, знаете, поставить уход или разложить украшения, или поставить духи, ну, что-то вот такое, знаете, что не будет это окрашивать и портить. Мне же такая подставка нужна в том числе для того, чтобы красиво фотографировать все и снимать. Так что для меня это не просто какой-то домашний гаджет, а мой блогерский арсенал. Сейчас покажу вам костюмчик, который на мне, и также я купила новый халат, потому что моему уже, наверное, лет 5 вафельный, который вам так нравится, и я поставила на нем несколько пятен. Может, не 5 лет, но 4. Во-первых, я ляпнула тоналкой, чем бы я не выводила, ничего его не берет. И еще откуда-то появились пятна, и мне некрасиво, мне неприятно. Я так ходила, думаю, вот жлоб, купить новый халат. У меня несколько халатов, один в стирке, а второй ношу, пока тут высохнет. В общем, мне надо 2 халата. Розовый свой я выброшу, а второй вам покажу. Этот костюм, клянусь, я сегодня утром его погладила. Пока сидела, он чуть примялся. Я заказывала в инста-бутике своей подружки Каи. И они есть разных цветов. Мне понравился бежевый, есть вообще и яркий, и черный, серый. Я, правда, не знаю, доставляет ли она за границу, может, на территории Евросоюза, но нужно обращаться на английском языке или на польском. Очень приятное качество. Такая толстовка с начесом и с разрезами по бокам. Большой карман. Она реально безразмерная. Как M, так и L, XS. Наверное, вообще можно утонуть. И вот эти леггинсы до размера S. Сомневаюсь, что на M они будут окей. Леггинсы очень приятные, они не просвечиваются в такой мелкий рубчик. И колени не вытягиваются. Я уже пару раз их стирала, и все окей. Хожу в нем как дома, так и если куда-то тороплюсь, то могу выбежать. Очень он удобный и стильный. Вот халатик, которые я заказала, они там в 2 размерах. Я взяла себе SM, но в случае халата это не особо важно. У них очень крутое качество, они не выстирываются, не вытягиваются, как-то не скатываются, не уменьшаются в размере. И сейчас, может, не особо видна разница, но он чуть темнее, чем мой такой пыльно-розовый. Ну, сейчас тоже таким выглядит, но тот розовый был распродан. Вот так прикол, он все-таки больше, чем мой старый. То есть, действительно, девочки, он и на M тоже подойдет. Я не помню, в каком размере у меня тот, но я сделала такой хороший запас. И он также длиннее, чем мой старый. Я все равно его оставлю. Ну и прикид у меня, однако. Я дома и в тапочках хожу постоянно, чтобы не мерзнуть. Хотя за окном солнечно и достаточно тепло, плюс 9. Вы знаете, привычка есть вещи, к которым ты привязываешься и не можешь с ними расстаться. Халат – это одна из них. Он точно остается, потому что я надеваю его утром, когда просыпаюсь, и также вечером. Я в недоумении, что-то с моим онлайн-шоппингом в последнее время очень не очень. Очередная тряпка. Мне нужна была базовая футболка. Вообще нужно обновить белые, поэтому я нахожусь в поиске. Покажу вам несколько сегодня. Вот это катастрофа из H&M. Раньше мне нравились их похожие футболки. Ну, во-первых, по качеству, посмотрите. Вот издалека видно, что это какой-то такой ужасный хлопок. Во-вторых, что с размером? Это XS, чтобы вы понимали. Я, конечно, люблю оверсайз, но что делать миниатюрным девочкам? Я не о себе. Я-то могу надеть оверсайз XS, и на мне будет просто свободно. Или там S-ку. Вот я купила Massimo, она очень хорошая, чтобы она сидела свободно. Но вот это... Что это? Идеальную, не мешковатую базовую футболку найдете в Massimo Dutti. Правда, она будет чуть дороже, чем в других магазинах, но зато она из плотного материала и сделана, сидит так, как надо. Я еще заказала на Алике, посмотрим. У меня есть Uniqlo.
тоже покажу вам, как она выглядит на мне. Я себе взяла ее в размере S, для того, чтобы она была более свободная, чуть подлиннее, чтобы я могла ее заправить. Но если хочется ближе к телу, то берите свой размер, тот, который вы носите. Моя мама себе тоже такую заказала, они есть в разных расцветках, и также есть лонгсливы, то есть с длинным рукавом. Посмотрите, какой здесь качественный материал. Это вообще небо и земля по сравнению с H&M. Я думаю, что вам даже через камеру это заметно. И при том, что я ее не отглаживала. Заказала я себе на весну брючки. Мне кажется, они отлично сели. Красивый меланжевый серый цвет. Сидят свободно, но не мешкообразно. Хотя для тех, кто любит все по фигуре, наверное, это уже мешок. Сори. Нам не по пути. Я их даже не гладила. Подумала, что мало ли вдруг испорчу. И длина не слишком подстреленная на меня. Но они укороченные. Ой, я довольна. Эти точно. Берем. Они не очень плотные, но достаточно для того, чтобы держали форму. И я обожаю вот такой ненавязчивый меланж. И с кедами можно носить, и даже с белыми кроссовками, и с лоферами. Между прочим, лоферы мне надо обновить. Они потертые, просто издалека вам не видно. Помимо лоферов, все H&M. Только жакет у меня из старых запасов. Я покупала его в прошлом году. Но у них каждый год очень классная летняя коллекция. Тоже без проблем найдете. Сумки похожие продаются, я уже видела. Топ. Топ у меня в размере S. Я не люблю носить такие вещи без ничего. Как-то для меня это слишком голо. Слишком откровенно. Поэтому так чуть-чуть вам покажу. И он здесь с силиконовой вот этой штука, то есть он, я надеюсь, не будет сползать. Во всяком случае, не должен. Укороченный он у меня в размере S, и я смогу надевать его со всевозможными брюками или джинсами на завышенной талии. О, такое я люблю. Причем я подоставала вещи, которые у меня есть. Например, жакет у меня лежал в летнем сезонном орган. О, такое я люблю. Я сейчас вся вот, помимо лоферов, одета в H&M. Я специально достала то, что у меня есть, чтобы посмотреть, как это будет сочетаться. С чем я могу носить брюки? Брюки и топ новые, сейчас рассмотрим. Жакет тоже с примесью льна, с прошлой коллекции. Я очень люблю именно то, что предлагают H&M летом. У них зачастую приятные материалы, недорого, и много чего можно найти. У нас такое лето и весна, что во льне мне не жарко. Я в восторге. Сумка лежала примятая, я потом ее отпарю. Сейчас есть похожая, это тоже H&M. И на пляж куда угодно. Смотрите. Ну, огонь же. Еще добавить черные очки, пояс или даже без пояса. Супер. Они легкие, укороченные. У меня 36 размер. Вот спереди они застегиваются и на пуговку, и на две такие штуки специальные. А сзади есть резинка. И вот этот размер мне нравится, как сидит свободно. И после стирки они не будут впритык. Топ из актуальной коллекции. Но я не люблю его носить без жакета. Потому что для меня это слишком голо, слишком откровенно как-то. Вот здесь есть силиконовая штучка. Благодаря чему он не будет сползать. Я надеюсь, укороченный. Я буду заправлять его во все джинсы и брюки с завышенной талией. В этом году мы будем интенсивно носить все в дырочку, в сеточку. И мне приглянулся этот свитер еще в Испании, в H&M. Мы так с мамой пробегали. Я решила заказать его, потому что здесь пряжа с примесью хлопка, как мне кажется. У меня есть бельевой топ. Точно такого же цвета, буквально как брюки. И вот когда я надеваю его под такой свитер, мне кажется, он не бросается в глаза и отменно выглядит. Очень приятный. Он слегка укороченный. Это размер XS, то есть если вы высокая худенькая девочка, то, к сожалению, нет, потому что даже мне рукав впритык.
Я сейчас покажу вам из другой пряжи, тоже H&M. Мне он не нравится. Вот чистый акрил, не так приятно. Хотя он и так как бы не будет гореть. Это, я думаю, всем понятно. Тем не менее, хочется, чтобы это было не парка к телу, правда? Его можно слегка заправить в брюки, но я подумаю, как я все это буду носить. Но вот даже так, мне кажется, отменно. Вот такой бежевый. Эта коллекция Divided, она всегда дешевле, но и качество у нее всегда хуже. Это размер S, но он такой же, как и вот этот белый. Не советую вам, не надо. Лучше возьмите беленький, он не намного дороже, но вы, во всяком случае, останетесь довольны. Вы были правы, футболки из Uniqlo из очень хорошего хлопка. И у меня футболка из мужского отдела, это размер XS. Она с длинным рукавом, мне это нравится. Длинновато, хотелось бы покороче, но я буду ее заправлять. У нас Uniqlo, насколько я знаю, нет онлайн, только стационарный магазин. Мне Настюша привезла из Варшавы, а в Кракове пока что нет. И я бы даже черную такую взяла, и маме выбрала бы. К сожалению, мы не собираемся в Варшаву пока что, поэтому буду довольствоваться этой футболкой и Массимо Дутти. А еще я увидела на Насте вот такой коралловый свитер. Он ей так идет, я вообще сидела, не могла на нее насмотреться. И он тоже из Uniqlo, Настя купила и для меня. Он у нее в размере M. Она такая тоненькая, изящная девушка, хрупкая. У нас совершенно разные фигуры, и даже на ней M-ка смотрелась, ну, загляденье, я вам честно говорю. Сейчас посмотрю. А, и она купила мне его со скидкой, с хорошей. Там какая-то вообще смешная цена была, 100 с чем-то злотых. 149 за 100% шерсть, ну, практически 150. Представляете? Я вообще в шоке с цены. Но цвет, даже если бы он был акриловым, я все равно носила бы его, потому что он мега комплементарный и брюнеткам, и блондинкам, но не слишком яркий. Простите, я не стану подбирать выражения и не буду скрывать своих эмоций. Он офигенный. Если у вас есть Uniqlo, то можете посмотреть на него. Только единственное, что я не буду носить его в остальном, но точно со светлыми брюками. Моим сейчас в стирке. Ну и с черным, и с серым цветом. Знаете, цвет позитива. Это еще и шерсть зимой. У меня не так много яркой одежды, но это то, что надо. Только мне кажется, что это скорее такая свободная эска. До М-ки я сомневаюсь, что он дотягивает. Моя мама часто носит М, и на ней он был бы ближе к телу. Ну, возможно, вы такое выбираете. Мне почему-то больше по душе, когда я могу надеть что-то под низ, или когда ничего не сковывает движение. Как-то все привыкли хотя бы к легкому оверсайзу, и сложно переключиться на что-то по фигуре. Меня периодически за это ругают подписчики, но я же одеваюсь для себя. Поэтому каждый выбирает, что хочет. Это, наверное, один из лучших свитеров теперь будет в моей коллекции, в моем гардеробе. Такой он красивый. Я нахожусь в поиске светлых джинсов. Заказала на Zalando несколько моделей в разных размерах. Найти нормальные оказалось крайне сложно. Ситуация следующая. 36 мне велики, в талии очень сильно вообще отстают, и еще и длинные. А эти сидят плотненько, но ткань без стреча, поэтому она растянется, потом я буду ее ловить. По длине хорошо на мой рост. Я невысокая, 1,62 м, и посадка не низкая. Вот здесь станет посвободнее. Буквально спустя 5 минут, но не хочу их растягивать, разнашивать, пока не определилась, какие из них я оставлю. Сзади тоже хорошо. Девочки, это недорогие джинсы, поэтому могу вам оставить название. И цвет очень приятный. Я как раз хотела, чтобы они не были чисто белыми, а такими молочными. Ткань не очень плотная. Слегка просвечивается карман. Я уже, правда, задолбалась который раз заказывать их, потому что все не так. То где-то не влезают, то велико.
Не понимаю, что происходит. Старые джинсы помещают, значит, я не особо это самое набрала за зиму. Но порой выбрать джинсы так же сложно, как мужа, ей-богу. Все, до меня дошло, чем они отличаются. Эти джинсы из более плотного материала, тоже модель MAM, но они со стретчем. И это тоже 34 размер. Мне, по-моему, даже более комфортно в этих. Тем более здесь карман не светится. А если они растянутся, я не знаю, что делать. Потому что тогда буду их точно ловить где-то вообще ниже плинтуса. О, и здесь штанина не прямая, а чуть заужена к низу. По-моему, эти лучше. Хорошо, что не стала растягивать те. Ну, там буквально чуть-чуть, но было бы и удобнее, они сидели бы лучше здесь. Хотите прикол? У них абсолютно одинаковое описание с теми, которые я мерила до этого. Но посадка другая, завышенная талия, и вообще они разные. Хотя кажется, что вообще ничем не отличаются. Чем больше в них хожу, тем больше мне нравится, и посадка здесь не низкая. Ура-ура! И, как обещала, несколько новинок из ухода на весну, которые я купила себе. Ну как, я ими уже пользуюсь какое-то время. Я очень довольна, и я пока что не решила, будет ли отдельный ролик на тему именно весеннего ухода. Возможно, будет весенне-летний с какими-то изменениями. Но для меня вот это вот все – это идеальная опция именно на межсезонье. Во-первых, у нас до сих пор холодно. И летом не пахнет, если вы живете в солнечном климате, то я бы убрала ретинол, хотя косметолог говорила мне, что могу продолжать им пользоваться. Посмотрим. И если вы планируете беременеть или же вы кормите грудью, вы находитесь в положении, ретинол не для вас. Я огромная поклонница этого бренда, этой сыворотки, и за весь этот осенне-зимний, уже почти весенний сезон я вообще не могла нарадоваться. Супер вещь. Она делает кожу гладкой, сияющей. А для обезвоженной кожи с нарушенным защитным барьером, если у вас ветер, погода постоянно меняется, или вы как-то пересушили кожу, вот это чудесный тонер ампула от Manufactory. Я покупала на польском сайте, на iHerb этого бренда нет, но если где-то встретите, не бюджетно, но очень действенно. А вот это... Девочки, я брала по отзывам, я смотрю одного блогера и не помню, то ли она врач, то ли косметолог, ну, не столь важно, у нас часто с ней сходятся мнения, и я решила взять вот этот крем, слушайте, опять же, для обезвоженной кожи, для сухой, даже если у вас капризная кожа после каких-то кислот, это вообще мега большая банка. Такая плотная консистенция, но по факту он тает на коже и так круто ее приводит в божеский вид, убирает все какие-то шероховатости, ощущение сухости под каждый тональный крем. Ну, я вообще не ожидала, что мне настолько зайдет. Это уже iHerb. Я оставлю вам название внизу, а вы уж смотрите, где вам удобнее будет все это купить. Его также можно использовать на тело. На тело я его не наношу, жалко, однако, но зато на шею и на область декольте. Вот это для меня прям отменно. А к вот этому товарищу у меня есть вопросы, потому что я очень полюбила его за питание, но есть одно но. Это Хэмиш. Господи, посмотрите, какая красивая упаковка. Ну вообще, здесь еще и такой аппликатор с лопаткой. Все так красиво было упаковано. Очень мне понравилось. Железный аппликатор, которым наносишь крем, хорошо разгоняет лимфу и вообще удобно. А второй стороной можно набирать. Он зеленый и консистенция у него густая. Вот такой. Нужно совсем немного. И на ночь, ну вообще бомба. Только с консилерами, с моими во всяком случае, он не дружит, потому что на нем консилеры залипают, я уже что только не пробовала и как-то не очень. И много наносила, и мало наносила, и наносила вообще микрограмм, и каждый раз одно и то же, поэтому что-то как-то с косметикой мы не дружим, с декоративкой. Я не сдаюсь, но питание он дает очень мощное,
антивозрастное действие. Это от прыщей. Я привезла с собой его из Испании. Хорошая вещь, болтушечка, которая подлечивает, подсушивает. И для точечного нанесения нравится. Это уже второй раз покупаю. У меня там вылез прыщ, нужно было что-то срочно взять. SPF. Он немного увлажняющий, быстро впитывается. Здесь классная такая комбинация химических и физических фильтров SPF 50, при том, что я использую ретинол и на теплое время года. Это мой выбор. Взяла для губ себе SPF тоже, SPF 30. Вообще бренд Blistex я покупала и у нас, и он на мне работает лучше, чем Carmex. А вот это получается бальзам 2 в 1 и SPF защита 30. Губы тоже могут сгореть, поверьте мне. Кажется, что они типа ветрились на пляже, но ничего подобного. Это загорание неправильное. Вот, и хорошо увлажняет губы. Это вот коробочка. И взяла крем с витамином С от Andalou Naturals. Хороший состав, но я пока что им не пользовалась. И потому что у меня ретинол, и как-то я ждала, когда придет очередь этого крема. Но когда-то у меня были пробники, и они все мне подошли. Там были тоники, умывалка и крем. Вот я не помню, я взяла себе дневной или ночной, потому что он как будто питают кожу с пробиотиками, с витамином С, но это очень-очень легкое такое осветление тона кожи. Не могу сказать, что это то же самое, что сыворотка, но как что-то поддерживающее эффект витамина С или кислоты, да, и, конечно же, дает хорошее питание кожи. Вот, давайте посмотрим. Такой он густой. Видите? Но на коже это не что-то бальзамообразное, наоборот, хорошо впитывается, распределяется и приятно пахнет апельсинами. Я 100 лет не пользовалась патчами под глаза и купила их уже пару месяцев тому назад. Они черные, и слушайте, если вы опухаете под глазами, если вы плакали, еще что-то там, хочется как-то осветлить йод, я под патчи наношу, например, что-то типа крем или сыворотку под глаза, и потом патчи, как новая, спустя 15 минут, но не ходите с ними слишком долго, иначе они вам все высушат. Это не про увлажнение. Вроде как все. А это кое-что для моих нервов. Ашваганда. Мне посоветовал доктор, ничего сказать не могу, только начала принимать. Это натуральная добавка вообще для нервной системы, вроде как. Кстати, вы тоже писали, что вам подходит. Не знаю, что меня ждет дальше, но буду принимать, чтобы быть спокойнее. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.